священная бирманская кошка, порода кошек. Несравнимая элегантная внешность, священная бирманская кошка, соединив в себе персидскую и сиамскую кошек, имеет собственную несравнимую внешность. Тело священной Бирмы средних размеров, элегантной головой. В ней все имеет совершенную гармонию, пятна на светлой шкурке симметричны. На темных лапках выделяются белые перчатки, шубка необыкновенно легка и шелковиста. Удлиняясь вокруг шеи, она создает шикарный воротник, а хвостик представляет собой легкое и объемное перышко. Священная бирманская кошка появилась не случайно. Это результат работы селекционеров, которые вложили очень много сил и времени, дабы сохранить и закрепить внешние признаки священной Бирмы. Отличительный признак бирманской кошки – неповторимые перчатки и оригинальный римский нос. Перчатки у этого красавца безупречно белого цвета и имеют определенную высоту. Главное достоинство священной бирманской кошки – особенный характер и очарование. Они любопытны, умны, игривы. Они всегда рядом и очень любят, когда их хвалят. Также они значительно ладят с детьми и легко уживаются с другими видами животных. Священная Бирма становится членом семьи и участвует во всех событиях.